Ретропоезд «Дорогой мужества» начал курсировать между Белгородом и Прохоровкой. По субботам и воскресеньям туристический состав отправляется из Старого Оскола в Сараевку. А теперь по средам и четвергам он будет выезжать из областного центра. Первыми пассажирами нового маршрута стали белгородские школьники, которые отправились на познавательную экскурсию. Вагоны стилизованы под 40-е годы. В дороге 52 минуты. За это время по пути в военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» с помощью аудиогида подростки узнают о том, как в далеком 43-м строили дорогу мужества. Всего за 32 дня местные жители проложили 95 километров железнодорожных путей, соединив Старый Оскол и станцию Ржава. Это позволило сократить расстояние доставки грузов на передовую и сыграло значимую роль в Курской битве. О крупнейшем танковом сражении и ходе Великой Отечественной школьникам рассказали в музее «Третье ратное поле России». Также ребята увидели экспозицию «Битва за оружие Великой Победы». Она раскрывает героическую страницу подвига нашего народа. Оживающие на экранах истории людей, которые выстояли, произвели на ребят глубокое впечатление. Мне запомнилось очень много. Понравился последний фильм, который мы только что смотрели. И все экспонаты очень реалистичны. Было очень интересно. Меня впечатлил большой самолет и большие танки на входе. Это наша история. Если бы не наши прадеды и прапрадеды, то у нас бы не было. Добавим, группы школьников, которые смогут отправиться на экскурсию на ретропоезде, будут формировать в Министерстве образования региона.